Участники слета «Динамо детям России» встретились с бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году по велоспорту Денисом Дмитриевым. Дети из разных регионов нашей страны, но при этом, что не может не радовать, это то, что они здесь все подружились. И я надеюсь, что эта дружба будет даже на расстоянии, когда они вот разъедутся по домам. И, может быть, через год встретиться снова, либо не снова, но пусть дружат. И вот говорю, у меня первое впечатление о том, что вот здесь вот такое прям братство. На конференции мальчишки и девчонки задали вопросы спортсмену. В каком возрасте пришли к спорту? О чем думаете перед стартом? Как справляетесь с волнением перед соревнованиями? Какие эмоции были после победы? Спортсмен отвечает, что сначала было грустно, потому что знал, что способен на большее. Затем понял, что опередил множество спортсменов из других стран и стал гордиться своей победой. Но потом, естественно, мне устроили очень теплый прием, когда мы приехали. И родственники, и друзья, было очень приятно. Это просто взрыв у тебя внутри, взрыв эмоций, потому что ты как бы недавно смотрел всех спортсменов по телевизору. И сейчас ты приехал на слет «Динамо», и тебе устроили подарок, такой сюрприз, пригласили спортсмена. Можно с ним прикоснуться к великому, с ним поразговаривать, задать вопросы, которые тебя интересуют. Это очень чудесно, замечательно. Встреча прошла в два этапа. Спортсмен наградил победителей слета. Участие в награждении приняли президент Федерации детского гольфа Марина Валевская и начальник отдела социально-ориентированной политики в области детства Наталья Иноземцева. Абсолютным чемпионом в игре в гольф стала команда Следственного комитета Российской Федерации город Ставрополь. Данила Кусакин получил звание самого лучшего игрока в гольф этого слета. Наградили руководители делегаций. Кубок слета получили несколько команд. Третье место заняли Республика Татарстан и Смоленск. Второе место разделили Краснодарский край, Удмуртская республика и Челябинск. Победителями стала команда Следственного комитета Российской Федерации город Ставрополь. Наша команда заняла первое место по волейболу, второе место по футболу, третье место по стрельбе подготовки, первое место по стрельбе. Огромное количество новых эмоций, новых друзей, очень много соревнований, интересных мероприятий. Все было очень круто.